Значит, реформа РАН необходима, потому что РАН превратилась в структуру, которая умирает под собственной тяжестью. Это структура из позапрошлой эпохи. Но посмотрите, о чем идет дискуссия. Дискуссия идет о собственности. О науке помнят только те рядовые ученые, которые стоят в пикетах. И те академики, которые подписывают протесты. Те, кто участвует в переговорах, говорит об имуществе. Господа, какая разница, кому будет принадлежать имущество Академии наук, если сама Академия наук перестанет существовать как учебное, как перестанет существовать как научное заведение? Когда соответствующие нормативные документы начинаются со слов о том, что Академия создается заново, и против этого не возражает никто, ну, вы знаете, это уничтожение и это преступление, это реформы в русском значении смысла этого слова – уничтожение. Но, с другой стороны, если оставить как есть, и Академия будет гнить, как сейчас, через 5 лет будет никому не важно, есть она или нет ее. Уже сейчас в общественных науках слово «академик» – это тяжкое ругательство, тяжкое оскорбление, за исключением буквально 2 или 3 человек.